Каждому из нас хотя бы раз в жизни доводилось побывать в поликлинике. Причины на то могут быть разные. Медосмотр, сдача анализов или острая боль. Особенно неприятно, если боль – это зубная. Облегчить ее могут опытные и доброжелательные дантисты. В нашу телекомпанию поступило несколько обращений от благодарных пациентов с просьбой рассказать о высокопрофессиональной деятельности команды из Ненецкой окружной стоматологической поликлиники. Любовь Пермякова продолжит. Добрый взгляд и приятная улыбка, которую скрывает маска. В этот кабинет, несмотря на зубную боль, маленькие жители Ненецкого округа идут без страха и слез. И это благодаря молодому врачу Юлии Шишкевич. Все бывает, да, в нашей профессии. Прежде всего, это нужно любить свою работу, нужно входить в положение людей, как бы жалеть где-то, проявлять больше внимания, потому что дети, они заслуживают действительно... ну и повышенного интереса к себе, и где-то нужно уметь понять. Вот. Главное все-таки, чтобы нравилась профессия. Не каждому это дано, но вот чтобы шло все от души. Юлия окончила Архангельский Северный государственный медицинский университет в 2016 году и сразу приступила к работе. Врачом девушка мечтала стать со школьной скамьи. Ну, видимо, это мне пришло как-то из детства. У меня хорошие воспоминания о моем лечении из детства. То есть попала я к хорошему специалисту в городе Архангельск, и мне тогда все понравилось, и поэтому как бы вот у меня была заинтересованность уже с раннего возраста. В школьном возрасте я уже выбрала профессию в классе в 6-7. Юлия от рождения наделена благотворной энергетикой и большой добротой. Так отзываются коллеги и многочисленные пациенты стоматолога. Сегодня у нее на приеме побывала и 10-летняя Татьяна Гаврилова. Несмотря на еще действующий наркоз, девочка спешит сказать слова благодарности любимому доктору. Она добрая, хорошая, красивая. Что можешь сказать вот тем ребятам, кто боится лечить зубы, да, и редко ходит к врачу, а потом знаешь, что сама это может обернуться каким-то кариесом или еще? Ну, я бы сказала, что пускай они не боятся, потому что это не больно. Но вот тут это вообще не больно. Мне понравилось. В соседнем кабинете трудится коллега Юлии, детский стоматолог, но уже с большим стажем работы, Татьяна Абанникова. За день врач принимает 10-11, максимум 17 клиентов. Мне нравятся дети тем, что они, наверное, самые искренние и добрые пациенты. Своих добрых и искренних пациентов Татьяна Станиславовна лечит уже более 13 лет. Врач закончила Чувашский государственный университет имени Ульянова. Говорит, каждый день приходится быть не только стоматологом, но и психологом. Это в первую очередь, да. То есть как бы нужно найти контакт не только с ребенком, но еще и с родителем, как бы чтобы мы поняли друг друга и начали работать. В настоящее время в окружной стоматологической поликлинике трудится 16 врачей. Половина из них – специалисты с большим опытом работы, а 50% – это молодые специалисты. Но уровень оцениваем достаточно неплохой. Учитывая, что у нас половина молодые, только что набирают опыт. Да, мы отправляем и на очные конференции, семинары, симпозиумы докторов. Но стараемся по мере финансовой возможности. Материалы на данный момент используются... достаточно хорошие в системе ОМС. Световые пломбы, светоотверждаемые ставятся. Да и достаточно много импортных материалов. На сегодняшний день штат стоматологической поликлиники укомплектован на 99%. Не хватает только одного врача-ортодонта. За время своей деятельности врачи помогли десяткам тысяч пациентов. Два раза ходил. И как тебе врачи? Вот какие не можешь как-то? Хорошие. Угу. Чем понравились тебе? Они помогают людям, зубы выдергивают. Лучше всем ходить к врачу, чтобы лечить зубы. Потому что зубы... А чтобы не ходить к врачу, лучше зубы чистить. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».